О, привет! Привет, привет. Я вижу, ты только зашел сюда. Да, я только сюда зашел. Я вот недавно только начал играть. Давай я тебе помогу, стану твоим учителем. Серьезно, ты станешь моим учителем? Да, почему бы и нет? У меня есть учитель, и я думаю, я, наверное, уже достаточно научился у него, чтобы стать учителем. Вау, ничего себе, ладно, давай, я согласен, что надо делать? Это же легенда скелет, ребят, это скелет! Кто тут у нас еще мелкий? На, мелкий, получай! Вот ты тоже получай! И ты тоже! Лежать я сказал всем! Вот так! Ты что такой дерзкий? Все вы дерзкие, кроме меня! Ребят, ура! У меня наконец-таки появился ученик! Ура, ура, ура! Ой, вот смотрите, еще один нубик стоит. Ты что, прокачиваешься? Тебе не нужен учитель? Нет, 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 спасибо, у меня уже есть учитель. А, ну ладно, хорошо. Раз у тебя есть учитель, отлично, хорошо. Нет, не бей меня, черт, зачем ты меня бьешь? Отстань от меня! Блин, ребята, сейчас не даст же мне прокачиваться. Я зашел сюда, хотел прокачаться и стать сильным тренером, но у меня, похоже, не получится. Смотрите, он меня убивает. Он меня хочет убивать. Нет, он вроде бы от меня отстал. Смотрите, он подошел теперь к тому маленькому и хочет его убить. Черт, ребята, мне нужно срочно делать один реберт. Нужен срочно реберт, чтобы я смог уйти в другую локацию и прокачиваться там. Но до этого, я думаю, ребят, нам надо вот в этой локации пока прокачиваться. Сейчас где-нибудь спрячемся с вами. Потому что тренер должен быть сильным, гораздо сильнее, чем ученик. И сейчас я должен хороший пример привести своему ученику и прокачаться очень-очень круто. У него, ребят, сейчас дела, он поехал в деревню. Но после того, как приедет, мы с ним продолжим тренировки. Надеюсь, он будет очень крутым и будет наказывать всяких дерзких качков. Давайте мы сейчас вот здесь вот начнем прокачиваться. Так, тут снова, похоже, забаговано все, да? О, нет, вот. Отлично, ребята, все, можем прокачиваться. Вау, вы посмотрите, там какие гиганты ходят. Все, ребят, давайте будем с вами прокачиваться. И очень интересно, ребят, напишите, сколько у вас силы, как далеко вы продвинулись с последнего нашего разговора с вами. Я спрашивал у вас где-то, наверное, неделю или две назад, сколько у вас силы. И очень интересно, кто насколько стал сильнее. Обязательно пишите в комментариях. Видите, кстати, ребят, я сменил свою одежду. Теперь я вот такой вот стильный, смотрите, в рубашечке, в штанишках таких. И вот такая вот у меня кепочка. Кому нравится мой нынешний вид, ребят, обязательно ставьте лайк или напишите в комментариях, кому не нравится. Смотрите там, сколько гигантов ходит. Надеюсь, они мне дадут нормально прокачиваться. И смотрите, у меня сейчас уже почти 5000 силы. Нам надо сделать 10000 силы, чтобы сделать первый реберт и пойти в новую локацию, чтобы прокачиваться там, ребята. Потому что, когда мы сделаем один реберт, у нас гораздо-гораздо быстрее пойдет прокачка. И прогресс у нас будет увеличиваться с каждым разом. Смотрите, какой гигант бегает. Тыц-тыц-тыц. Побежал. Я на этом сервере, ребят, не самый... Ой, ребят, я случайно зашел в Бравл. Черт! Я же не хотел в Бравл, у меня теперь штанга забагуется. Ну ладно, давайте сейчас попробуем в Бравле сразиться с кем-нибудь. Надеюсь, я смогу победить здесь. Отстаньте от меня, видите, я пока прокачиваюсь. Отстань от меня. Смотрите, какие дерзкие, а? Смотрите, какие дерзкие, хотят драться со мной. Ну давайте, сейчас я вам покажу, как надо драться. Сейчас мы телепортируемся, и я покажу вам. Не зря же меня тренер тренировал. Ну, хотя, ребят, я, похоже, не выиграю. Тут, смотрите, тут бегемот есть. А у этого бегемота, ребят, 20000 силы вроде бы. Я даже не танк, ребят, я, скорее всего, проиграю. Нет, зря я, наверное, так на них гнал. Говорю, что сейчас я вам всем покажу, как надо. И мне, похоже, сейчас кажется, ребят, вон тот бегемот нас одолеет. Но ничего страшного, сейчас я буду с ним драться, иди сюда. Фуф, давай, я покажу тебе всю свою мощь, иди сюда. Нет, ребят, я ничего не смог ему сделать, потому что у него 20000 силы. Это слишком много, ребят, нам теперь надо снова бежать в ту локацию и потихонечку прокачиваться. Кстати, ребят, напишите, сколько у вас рекорд, ну вообще, сколько вы выигрывали бравлов. У меня вообще 0 бравлов выиграно, потому что я слишком слабенький. Вау, ничего себе, здоровяк какой зашел, смотрите. Вау. Хочется, конечно, хотя бы хоть раз выиграть один бравл, но я думаю, мы с вами сможем это сделать, когда немножечко еще прокачаемся. Ой-ой, девочка какая-то на меня бежит. Девочка, не надо на меня бежать, она сильная, ребят. Она сильная, девочка, вот, все, она ушла. Фуф, хорошо, все, теперь будем прокачиваться. 5000 силы нам надо сделать, ребят, 5000 силы, хотя бы. 5000!
Ничего себе, это что это такое? Смотрите, какой гигант к нам зашел. Ух ты, что это такое? Вы посмотрите, что это? Что к нам только что на сервер зашло? Я не понимаю, это что такое, ребята? Все лагает, просто жуть какая-то. Что это такое? Что это за непонятная спина или что это такое? Я не понимаю, ребят. У меня все зависло. Как прокачиваться в таких условиях? Я не понимаю. Очень сложно будет прокачиваться в таких условиях. Черт, я не могу никак наконец-таки пролагать, ребята. Ребят, ставьте лайки, если вам тоже это не нравится, когда кто-то большой заходит, сразу же лагает и невозможно прокачиваться. Вообще, не люблю я это, ребят. Кто тоже, обязательно ставьте лайк. Вау, это кто такой, смотрите, еще кто-то зашел. Какой-то шкаф, смотрите, шкаф с Nike, и кто-то еще, смотрите, бульк, и провалился. Просто появился и провалился. Вау, это что за титаны? Жесть, он сейчас что это делает? Он топает или что он делает? Обалдеть. Вау, у них какое-то сражение, вы посмотрите, как быстро бегает, тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот это, и этот, смотрите, что вообще происходит, он упал, что ли, я не понимаю, что тут происходит, что с сервером. Ну что, ребят, вот такой вот я становлюсь сильным, у меня уже 4800 силы, и в скором времени я все-таки дойду до отметки в 10 тысяч, и, конечно же, мне нужна ваша помощь, с вашими лайками, ребят, у меня гораздо больше будет мотивации это сделать. Ой, ребят, смотрите, что там происходит, что там такое? Ой, дерутся, смотрите. Ой, а кто это бегает такой быстрый? Это, подождите-ка, я не пойму, это скелет? Подождите-ка. Это же легенда, скелет, ребят, это скелет. Это скелет, которого мы простили. Он что, меня не видит, что ли? Что он делает, ребят, зачем он так? Он мимо меня пробежал прям. Ты зачем всех их убиваешь? Он, смотрите, всех убивает. Зачем ты это делаешь? Вау, для чего ты это делаешь? Жесть, надо срочно сказать Фредди. Надо это срочно сказать Фредди. Вы посмотрите, он всех без разбора убивает. Кто тут у нас еще мелкий? На, мелкий, получай. Вот ты тоже получай. И ты тоже лежать, я сказал всем. Вот так, ты что такой дерзкий? Все вы дерзкие, кроме меня. Ребята, вот как весело всех уничтожать. Получайте, я сказал, все... Все уничтожены должны быть, все, лежать я мелочь, вот так вот, все, и ты тоже лежать, голенький, ты что тут бегаешь, лежать, все уткнулись в пол и быстро упали, отжались, на, получай, о-ха-ха-ха-ха, ребята, как же круто быть, доминировать и уничтожать всех, получай, ты что ко мне подбегаешь? Всем лежать, я король сервера, я здесь главный, Зачем? Не бей ты маленьких! Жесть, ребят, вы посмотрите, он всех вообще без разбора. Без разбора всех уничтожает. Для чего он это делает? Жесть, почему ты это делаешь? Остановись! Стой! Жесть, ну... Все, ребята, я срочно сейчас пойду и расскажу это Фредди. Это срочно нужно рассказать Фредди. Ай, отстань от меня, не бей ты меня, не видишь, что я иду, я занят. Ты что, не видел, что ли, что здесь скелет? На, получай, успокойся. Ребят, всем привет! Мне сейчас Тонат сообщил, что что-то он хочет мне рассказать про скелета. И давайте сейчас дождемся его, он должен зайти сюда. И прям что-то очень серьезное он хотел мне рассказать. Давайте тогда дождемся его и посмотрим, что он нам скажет. Так, ну что, ребят, мы все здесь собрались по одной причине. Тонат сказал, что наш скелет обижает всех подряд. В смысле? Нет, я никого не обижаю. На, получи! Нет, ребят, я же не виновен. Зачем? За что? Так, стой, подожди. Не бей-ка его, не бей. Если он реально не виновен, зачем его бить? Получайте! Лежать всем! Лежать! Чё тут начал прокачиваться? Не дам никому прокачиваться. Лежать всем! Let's go!